Каску мне на 10% есть и это самое, да. Лапку мне. Хочу привезти статы. Короче, хер знает, да, тут тест пойдем. Возможно, не хватает пару единиц. У меня сейчас 58 плюс 21 плюс 20. Это сколько? 58 плюс 41. Это 99. Блять, не хватает 2 единицы. Так, короче, на присутствие. Надо одну шмотку выбить, и все, хватать будет. Это шея будет. Как эта песня слишком интересная, сделай потише. Лучшая, блядь, песня этого полета. Короче, я за руль, ромбик. Ко мне пассажиры, дед бич. Умеешь летать? Дед бич летать умеешь? Like Раф летать умеешь? Пули или моба? Ну, хорошо, дети пила. Так, мне нужны милишники, которые умеют летать нормально и заряжаться в пушку. Все плюсы ставьте, кто умеет в пассажирских сиденьях сидеть и на разрушителях и летать. Мне нужно 7 человек. Короче, ко мне садится Оптикс. Оптикс тут должен уметь оставить с нами. Это ромбик. И в катапульту садится у меня Дэдбич. Это самое. Оптикс, садись. Ага, все, вижу. Дэдбич, садишься в ромбик. Дальше. Звездочку. Неутомимая, ты умеешь настакивать? Нормально. Хорошо, садишься в звездочку. За руль. Не-не-не, Войт, надо, чтобы ты управлял. У нас мало водителей нормальных. Так что, сори. Тебе садится, звездочку садится Буломорфу. И садится к тебе в Бро. Не, в обществе у меня будешь летать. Летать никому будет. Услышали, да? Буломорфу и в Бро звездочка. Так, дальше. Метка трусы. За руль садится в Ауди Фьюри. Летает Алмерия Кару в трусах. В Ауди Фьюри трусы, Алмерия и Кару трусы. Все, ты за рулем, если что. Печенька. Порошочек за руль. Умеешь порошочек настакивать? Порошочек. Хорошо. Садишься в печеньку. К тебе садится Зорки и Суза. Твои пассажиры. Так, нужен еще один водитель, который умеет настакивать, и один пассажир, который умеет просто холчедарно цеплять. И водитель нужен. Воздушителя. Ну? Эллер, умеешь настакивать? Садишься в разрушитель, который без метки. Тебе садится лосс. Лосс тягаешь ему клочья данным. Едем дальше. По разрушителям. Так. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто у нас без... Вообще сейчас свободен.
Плюсы ставьте, кто свободен. А, у нас еще драйнер есть. Ладно, короче. Короче, Помпея, садишься на череп за руль. Я могу заказать. Чего? Могу за ДК зайти. АИП на ханта. А у нас уже фулл пати. Ну, АИП получишь по-любому. Ну ладно. Тебе садится еда. Это, я тогда из дискорда выйду. У меня просто этот, ну, гости. Хорошо, я дам анонс на ассист. Ну там, пиши. Анонс, когда да. Я дам анонс, когда будет замена. Еда, садишься в череп. Помпея, ваша основная задача справа ловить трэш. На краешку катаетесь, ловите трэш. Это, этим будет заниматься еда. Еда, стреляешь просто в трэш, когда он появляется. Так. Следующая метка череп. Так, кто у нас еще там? Гугуша за руль. Тебе садится такилка. Такилка садится в череп. Ваша основная задача слева от босса ловить трэш. Такилка, стреляешь пушкой, там направляешь, там будет появляться трэш. Он будет появляться на... Ну, короче, как квадратик, вот, на уголках. Там с той стороны на углу и с этой стороны на углу будут, видите. Вот, там будет появляться трэш. Его просто стреляешь в него и все. Так, следующее. Метка с череп. Так, у нас там еще? No Life за руль. Куда за руль? Метка череп. No Life. Тут? Все. Тебе садится у нас драйнер. Драйнер в череп садится. Так, вы в основном катаетесь у босса, сбиваете ему косты и так далее. Ты умеешь что сделать на лайф? Не, первый раз. Тогда поменяйтесь. Драйнер, сядь, пожалуйста, за руль. На лайф пушку к нему. Просто стреляй в пушки, если что, там деф будет, там щиток будет. Прожмешь щит и ускорение, если на вас будет босс смотреть, увидишь, там есть ускорялка. Следующая метка череп. Еще кто там, не знаю, сделал дрейс, давай за руль в череп. Тебе сядет баф не плиз, маг. Все то же самое, у босса стоите, тусуетесь, сбиваете ему косты. Кто еще не задействован? Два человека должно быть, три человека даже. Тенко за руль в череп. Раф в пушку. Куда на улайф еще раз, я читаю, ебан. Да не ты. Тенко, Раф. Ты уже назначено, все, ты уже сидишь у драйнера в этом самом, в высадке. Нашел драйнера где? Да, все. Кто еще один человек свободен? Один человек должен быть свободен. Да, косты сбивайте, босса, тусуйтесь. Шоу, а тут? Он кобри бутит. Ладно, вы без него. Вообще на пол. Холчедан, сбивайте еще. Сверху. Так, сейчас на тот край поеду. Кто пульнул, блядь? Запускайте людей. Запускай. Криво кинул людей. Порошочек. Порошочек, сядьте порошочка еще раз. Кто еще раз сел ко мне, блядь? Ой, блядь, сука, дебилы, блядь. Кто там нахуй у меня полетел? Дедбич, ты долбоёб, извините за выражение. Разбили быстрее. А чё, чё ты сразу садишься без команды в это самое, в катапульту? В катапульту садимся строго по команде. Мне пассажирское сиденье одно сесть быстрее, тягай колчеданы. Тягай, тягай, тягай. Сели в катапульты. В катапульты сели. Сели в катапульты. Сели в катапульты. Сели в катапульты, да кто там садится у меня? Запускаем людей. Дедбич, садись быстрее. Не заходи в катапульту, блядь, сука, дедбич.
КП тебе дам, блядь. Назад, назад. Ага, затянул. Звездочка назад. Вообще данных нет рядом. Добивайся. Шаман, давай этот колчедану подъезжай. Кто там ромбика? Ромбика давай быстрее, потеряй колчеданчик. Давай. Потеряй колчеданчик, потом чатишь в это самое, в катапульту. Потому что у меня тут бич сдох. Суза где сидел? Суза где сидел? В печеньке, я второй раз прыгнусь еще. Запускаем людей, садись в катапульту, садись в катапульту. Запускаем людей. Опять скриво кинем. КД 25 секунд. Ну, попробуйте добить так тогда. Терпич, ты сказал, что умеешь сделать. Запустите еще одного человечка быстрее. А, так добивать уже. Все, идем на круг луте. От сверок отказываемся. От сверок отказываемся. Остальное все можете не дать кому, что нужно. Кроме боешек. Что-то нельзя не дать или можно? Кого? Кого не дать? Ну, а можно не дать вообще, нет? Я сказал, можете не дать, кроме сверок. Сверки в ГБ идут. Ничего не показывает, можно брать или нет? В смысле, что? Что тебе не показывает там? Ну, выбор нету. Просто лут видим и все. А выбрать, нидать или нет, не можем. Не знаю, групповая стоит. У меня все нормально было. У тебя баг. Ну, не только у меня. Ну, конечно, у тебя только. А, нет, наверное, из-за того, что, типа... Урона по боссу не нанесли нисколько, из-за этого типа ты не можешь нить. А, забейте, поехали. Воу, да, бро, да, 616 тысяч, воу, бро. А у меня такого десятки было, что мы убили босса. Ставьте себе под мобов, чтобы не получали, а уешь под босса. Я сидел в машине, нисколько урона не нанес, потому что катался просто. Бейте первых техников. Сначала техника залейте, чтобы они что-то не кидали. Это мелкие мобы. Так, техников сначала. Дедбич объясняет, как это все делается по правильной тактике. Ты садишься, получается, на место пассажира, тягаешь колчедан. Только по команде Релла ты загружаешься в катапульту, начинаешь, и тебя запускают. Потому что ты сел в катапульту сразу, ты, я дамажить не мог у босса, понимаешь? Вот. А потом, когда челики на машинке, которые пушку разбивают там внутри у босса, они освобождаются, идут к нашим тачкам. Вот. Но они в машинку сесть не могут, пока ты там находишься в пассажирском сиденье. Вот. Потом, когда босс активируется, ты садишься в катапульту, и челики садятся уже на место, на твое место пассажирское. Вот как это все делается. Лестницы текилку, ставлю рыбку, давайте. Что с ним происходит, ребят? А? Что ты говоришь? Я музыка играет. Не знаю, чья-то. Точно не знаю. Тяжело. Ладно. Что у вас там? У вас есть слот? Или вы где? Вы в ульте? В ульте уже. Фу уже давно. Уже убили уже. Фу уже давно. Хорошо. А вы докуда идете? Я думаю, обычки поделать. Ну, осколки повыбивать по шучку. Где-то хэмки закрываем, где-то обычки. Ну, Альмирия с бафните, а я сузы меняюсь. Что ты говоришь?
4 мага. Да просто у меня там десяточка сегодня на 8 часов была. Ну, 8.30 мы оставили, да. Ну ладно, давай тогда мы по-быстренькому принесем за полтора часика. Переносить на... перенести. Оптикс, ты... Слушай, напиши в десятке, там, когда ты сможешь, в течение недели. Кстати, Саша, у тебя что по смоту там на этого, на Ануба? Так, подожди. Так, челик, выходите в среду, не забывайте. На пол дайте? Там, у нас ампульщика нету. Какой шмот имеешь его? Ну, в смысле, мы Ануба убиваем на этом КД или тебе еще герапать надо? Ну, я хочу потестить, но я вроде бы апнул нормально, то есть я резко поменял, то вроде готово. Ну, надо потестить. Сотка эвойденса и 5к есть, да? Да-да-да. 5к будет, ну слушай, ну тогда нормально, тогда по идее должны убивать. Значит, надо потестить. Ну, плюс-минус. Меня слышно? Да. Да, шо. Короче, у меня с компом траблы, возможно, сейчас винду придется перестановить. Короче, меняй меня. Хорошо, да. Гудлик, пошел в рейд. Гудлик. А, Гудлик без замены, наверное, будет. Искру бить. Сейчас зайду. Кару прохиливается. Это мимо среда. Ближе к подбоссу станет. Прохиляйте им-то мимо. Искру свичните. Зелдри скинь агро. Баф не вышел среда. Вижу. Блинком обратно возвращаешься в свидание и блинком используешься. Тогда залдрисаем поближе к боссу, я тебе дзюку дам. Порошочек есть, пришел. Прохиливай себя, Сузо. А чё с похилом? А чё с похилом? Хилы чё с... Чё это то самое? Чё за хуйня? Эллер, вставай. Войд фьюри в гушу. В гушу лютомимую. Залдрис рейда. Я все хилы попадли. Прохиливаем рейд. Знаете, почему мы сдохнем? А потому что вы искру не бьете. От искры, блядь, очень большое я было. Вы хуй забили на ее, вы, блядь, цифры. Вы мы умерли, потому что Суза на мне ударил гравитационной бомбы 15 тысяч в рейде. А, вот поэтому было. Умерли хилы, а не потому, что прохила не было. Искра заливается быстро. Вот Суза. Искру заливайте. У кого еще бары есть? Вот когда влезет в рейзе. Абула. Я, блядь, медленно бегу. Нормально, в смысле. Зелёнку прожми. Дайте Иннеру. По порошочку Иннеру, быстро дайте. На следующем топоте я шуваю даму. Дайте Геру. Бафни, это надо ближе к боссу ставить. На будущее. Даю шуваю. Искру сыграйте. Драйнер вышел. Попей, ты чё вышел? Порошочек. Порошочек вышел пестиком. Искрой свич. Раф с бомбой вышел. Берегитесь. Бейте босса. Добивайся. О! Сейчас 70 тысяч вернутся обратно, блядь. Отказывайтесь от боевого кольца.
Так, по поводу осколка. Осколок у нас утает порошочек. Кто занимает осколок, получает кучу ГП. Имейте в виду. Точно консолить на этом. На ответственном идти. Ну, да ну нахер это долго. Давайте быстрее портуйтесь и поехали дальше. Собрание будем хэм-моди закрывать тогда. Оптикс, ты тут? Ты когда сможешь? Среди недели? Да в любой день, в принципе. Ну, то есть если 8 часов поставить там... Да, ну да, да, ребята, сорян, что вы подохли, там вижу, Суза, твой косяк. Завтра можно было поставить. Завтра там это, ИВКшка. Мы можем завтра после ИВКшки попробовать собраться. Либо, если нет, то уж там, ну, понедельник. У нас останется денек. Да, ну, у нас вообще, в принципе, понедельник, вторник и среда останется. Мы сейчас закончим, кстати, уже. Ну, а как завтра сейчас? Перед ВК мы не можем? Но. Блин, так. В часиков 5 собраться. Блин, Дот, я не знаю, чего ты нам... Вот, это очень нам долго. Нам 7 хватит. Ну, ну давай в 6. Да не, мы если мы проносим за 40 минут. Мы тогда не вайпнулись, мы за 35 пронесли. Это как бы, ну, не сложно. Сегодня после РТ? Но... Да. Ну, если сегодня после РТ, то это получается, вас там... Вы первого... Вы робота убили. Вы пойдете на фул, вы оттуда выйдете часам к 11. Не-не, мы туда забыли. Даже, да, даже с обычками. На 10 часов, ну... в прошлый раз вышли. Мы очень быстро идем. Надеюсь. Хорошо, ну, даже если в 10, ну... 23.40. Ой, 22.40 и закончится. Сейчас посмотрим, просто как в лимите. Тогда уже решим. Нейвер с вами? Не. АФК шит. Нейвер не с вами. Гудлик, ты... А, все, вижу. Воу, брось меня. Да, я вижу. Вот я его сейчас напишу. Хорошо. И не там. Чего мне писать, я слышу? И парашют. Номер просто свой скинул. Если вы там часам 22 закончите, напиши мне. Если 23, то уже поздно, и мне как-то будет впадло, на самом деле. Давайте проще в воскресенье соберемся чуть пораньше. 23, нет смысла идти 50 на 50. Да, да, конечно, конечно. 23 после Ульдора долгого 50 на 50 делать, ну это... Вообще, зачем нам нужно? Где-то, да, всем хорошо. Давайте тогда, на сколько, в 7? Давай Дриш, на, сможешь? На 6, на пол седьмого. На всякий случай возьмем с запасом. Ты на Алгалона, Саша? Не-не-не. Хорошо, потом убить его. Не мешал. Да, делай на 6.30 и все. Если нормально тебе будет. Не нормально. Ну тогда давай на 6.30. То есть там ККСНИ, Дрейнер, Оптикс, Вовбро, Порошочек. Да, мне идеального нету. Идеальный может это. Может там бизнес. Ему воскресенье, не воскресенье. О. Ну, давайте, ладно, сейчас просто сделаю анонс. Все, перестаю входить. Давайте, ребят, удачки. Давай. Давайте, в кружочках не стойте красный. Напоминаю, фаза номер 2, я озвучу, кастеры, хилы, стойте сосредоточены. Фаза номер 3, когда остается один большой. А, первый танчик у нас, кто шарит? Слушаю так. Я могу забрать. Хорошо, выбрал первый танчик.
Второй, если что, добич. Он не вышивет, да, это же. Ну, если, мало ли. Геру сдаем после того, как остается большой ток один. Кушайте рыбу. Дедбич, шаришь, когда надо оттануть, нет? Блядь. Вот играл бы ты, блядь, с нами, нахуй, а не на офи, блядь. Все бы знал бы. Сейчас нету времени тебе объяснять. Че, на шкафчик поставьте. Да ладно, я сам поймаю второй это самое. Да, там ДПС же у нас мальчик. В шкафчик тыкните. Зачем? Локоточили? Да. Респект побуду. Кто тяжей? Че, может, я свое поставлю? Поставь нормально, Linkin Park какой-нибудь, там, не знаю. Давай только после... Сектор газа, сектор газа. После босса только давай. На пол. ДБМ дашь? Да. Еще для сорвется. Так, смотрите, без напулов, так что аккуратно. Так, бич, вопрос тебе там. Бдительность. В всякий случай лапу. Погнали. Добавим пул. Пять, четыре, три, два, один. Не вырывайтесь, да, сейчас сначала быстро наберу авро. Норм. Что можете бить? Так, сняли все синюю руну. Дубич, красавчик за агро. В эфире, да? Блять, кого вы бьете, блин? Нету напульщиков, не рвите, блять, без ауе дамага, бейте точно. Можете просто аккуратненько пинать. Так, в эфире бьет по дубичу, второй по откату по Алмерии. Быстрее череп добить. Бля, ну цепную молнию сбивайте. Блять, сколько там опять? New Life? Ты кого бьешь? Скажи мне, пожалуйста, New Life. А, ой, простите, пожалуйста, я кончен. Напоминаю. Крест бьем. Так, я не вижу, дебаф висит у меня. Нет, нет, кончен. А дебафа нет у меня? Нет, нету. Бэр раздать, кстати. Щит снять. Лужа, лужа, лужа. Машу я дал. Держим ренджу. Кастера. Так, в проще, смотри, появится синий портал, руник синий. Разбежались. Отойди подальше от босса, сейчас будешь там же запутаться. Зеленые лужи вышли. От синего уйдите, чтобы туда мед не кинулись. Все нормально. Готовься переадвать. Все, агри. Сейчас. Синиса. Беги, беги, беги. Блядь. Бля, даже поражался. Надо было подальше идти от босса, нахуй ты близко. Геру дали быстрее добивать. Да, я и так отошел же. Ты дальше надо было еще идти. Он же не сразу вешает после убийства. Секунду три надо ждать. Ну, у вас 20 секунд есть, чтобы убить его. Да хватит. Дамага. 10 секунд. Абула, готовься прожиматься и забирать босса. Я сейчас взорвусь. Возьми, а не подходите ко мне. Абула, забирай босса. Бейте босса все. Заберите босса, заберите. Приступай, падайте нахуй, падайте. Еще раз кто стоит агро, это уешка, я сразу ГП даю. Раз-раз, меня слышно? Да. Всем привет. А может кто-то место уступить на совет? А тебе что нужно там?
мне надо потестить, как Волонир абсорбит, и вообще ХПС глянуть. Новую расу хочу тоже глянуть. Какой-нибудь хил хочешь на замену? Да, не понимаю. Здравствуйте. Привет. Места, я так понимаю, уже нету? Конечно, уже все. У нас это, ребята, в 8 часов начинается. На новеньких. Нет, это старенькие. А ты, Килка, давай на замену одного босса чисто вам потестит. Протянись пока в Долоран. Литл Петти. Чё, Годлик? У тебя голос, как будто тебе лет 80. Да я просто новые уши с микрофона взял. Это Литл пришел? Да, пиздец, я уже сходил, свечку за него поставил, в церковь взял, покой, блядь. Иди в баню, только одну свечку поставил? Одну. Ректальную и поджег, нахуй. Так себе, получается, не в церковь ставил? Чтоб все дерьмо вытянуло, блядь. Его жопа просто церковь. Я, блядь, когда пержу, как кадилом пахнет, нахуй. Ты мерзк. Кстати, шкафчик. Ладно, удачи вам тогда. Давай, пощипаем. А на Везекса, может, там место кто уступит? На тренинку я пойду, так что нет. Эх, да на тебе надо. Да, на файрам топу будет. Ладно, удачи тогда. Литл там говно тренит. В смысле говно? Ну, хена херово прок. А, помянем тогда. Блин, слушай, а можешь мне тут на роге пойти, чтобы хотя бы на пул был? А не поэтому на мага. Да, не надо. Потому что на Везексе будет пиздец. На Везексе можешь, тут нет. Пробафайте Эрдру. Не знаю, Зоркий, он играл сейчас соло-таргет, Саня держит, все нормально. Возьмите, пожалуйста. Так, вот. Это потому что, блядь, никто не брустит. Ну так не надо по всем бурстить, в соло таргет играю, и все. Я прожал даже, бля. Жажду, все прожал. Не, я боюсь жать нахуй. Я просто дефриз даю, мне уже 60% пишет. Не, ну если вы будете хуярить с разной цели, как шаман, блядь, хуярит босса. Не, самого... так прикол в том, что ты 4 шанса уешь у всех, типа. У шаманов не уешь, это 4. Ну, вот у магов уешь у всех. У калуаров тоже уешь. У локов там что же тоже вроде жертвы на огонь накладывается на всех. Что такое? Добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Бейте без овешек, вы все равно они не должны получать урон все. Они все равно отхиливаются до 100%, блять, раф. Короче, ты пизду. Кто захнет, и ГП получает. Граф минус ГП от себя. Щит снять с него этого, с креста. Если играем, Костя уже подоешь. Так, большой стоит, баф получил.
Лики остаете в луже, да? Готовьтесь к лесу. Разбежались уже. Разбежались. Развязь. Ушли с мегазоны. Рез меня быстрее. Рез. Магический удар, блядь, я понял. Диальный, берни меня, пожалуйста. Меня первого уже убило. Падайте тогда, вы уже устали упали. Еще один трай делаем, не убиваем, скипаем босса. Хочу его травить. Нет времени. Так, что давай убило может... такое, бля, 55 кого летело. Давай, может, в луже стоял босс и уебал тебя. В синий. Может, я спекнуть проще, да? Аналитический заряд. Так это хуйню диспалить надо, не? Ну, моментально бьет, а потом диспалится. Да, бан, давай еще посуду. Че, давай, спекнуть. Давай. Большого подержу. Да тут хуй попустишь, на пол нету, блин. А что за трек, скиньте название? А где посмотреть название? Бота спами. Это самое последнее будет или какое? Просто, блядь, какой-то гейминг, мюзик, микс, рок, микс, one hour, блядь, играет. Не знаю, включи Шазам. Попробуй. Я в гриб-чат скинул. Сам же рыбку кушайте. Спасибо. Мне просто давно-давно слышно, блядь, завтра. Быстрее добегайте, ребят. Зал адресов у рибов. Кстати, хотел сказать, кто делал рераз, проверьте с Алдорами репу, блять. У меня на Синдрей слетело, мне пришлось эти баджи докидывать. На пул. Добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Чужаки, а мне долеть железное собрание. Хотя мне еще синее оружие помажете. Останусь. Как-то бегу поближе. Come on.
Разбежались. Уводи. Пошли, я зелен... да, зеленую лужу. По хил приеду. Стали синюю лужу домашнюю. Подождем еще один синюю руну эту. И добьем. Чтобы быстрее убить. Стопали урон. Сейчас синяя руна будет. Уже не успеет дотикать. Переагрил. А, успеет. Успел, отлично. Во, рано агришь. Переагрил. Все, теперь я агришь. Отведи подальше. Геро, вот тут вот стой. Ага. Все, 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 не уводи. Скиньте сразу посади. Кого-то. Кстати, там, если кинет за меточку, ничего страшного, да, машина. Уже так убиваем. Отказываемся от всех. Ты этот поезд хотел, Губро? Да-да-да. Не дай. Где плащ? Это такой пояс, и мне было бы заебись. Ха, вот так вот. Ну так я типа с 226-м хожу. А я с каким, бля? Че, кавангард на одного? Да, да, да. Я все в солотанчик. Больше не нуждаешь в ваших услугах. Так, если Твинк заберет, отдаем Мэйну. Порошочек, дай, пожалуйста, Вовбро, либо Абуля. Там Вовбро следующий. Кто больше кинул, то мы отдаем. Тех, кто действительно нужен для ВК АПа, а не абы кому. Вовбро ко мне подойдет? Да, может, да, замену. Килка в рейд. Шкафчик тыкните. На 6 секунд. О, анхолики дерьмо получается. Унизить Абулу, да? Фросты топ. Абула фрост, блять.